Из-за беспокойства у нас возникли очень большие проблемы с мальчиком. Сережа. Андрей говорит, что вы видели Сережу маму вчера. Да, она была вчера на репетиции. Да, не только на репетиции. Так. Зачем остановился? Да. Я выслушал, вы просили. Ничего, все надо. Ничего. Покажи, сразу же. Тыки. Да. Ребята, сейчас немножко, ты хорошо там замкнул, но сейчас вы как бы уже встали так, как будто вы стоите 2 часа. А как бы только вошли. Поэтому в процессе можно там облокотиться. А тут уже встали. Четвертый час. Он уже остановился, мне как будто раз. Мне как будто, ну. Приготовились. Тихо стало очень. Сидите. Давайте, хорошо. Внимание еще разочек. Андрюша, вот, хорошо. Да. Толково. Можем. Камера. Начали. Вы нас извините за беспокойство. У нас возникли очень большие проблемы с мальчиком. Сережа. Андрей говорит, что вы вчера видели Сережу маму. Да, она была вчера. Да, не только на репетиции. Они вчера вместе ехали у нас на тренировку. Когда это было? Вечером, поздно вечером. Есть, все, хорошо, все снято. Да, это есть. Давайте теперь мы перестраиваемся. Как нам сейчас удобно? Сначала в ту сторону снять? Да, конечно. Туда не должно. Давайте в одну сторону. Ну, да. В одну сторону. Ты хочешь пойти? Почему? Нет, я поставлю, ты дальше. Так, аккуратно, аккуратно. Другая, да. Помогала тебе? Да, очень. Внимание, приготовились. Начали. Ну, с Сережей. Да, Андрей говорит, что вы видели вчера Сережу. Да, она была вчера на репетиции. Да, и не только на репетиции. Но они вчера вечером... Ой, не вечером. Нет. Да, не только на репетиции, но они вчера с Игнатенко куда-то уехали в гостиницу. Когда это было? Вечером, поздно вечером. А вы не заметили вы поведение чего-то необычного? Ну, как вам сказать, у нас Натенко иногда позволяет себе. Но в этот раз он был особенно. А что, кстати, позволяет? Позволяет себе ультимат. А, в этом смысле. Да, это очень мало. Нет, не просто. Позволяет себе. Да. Тоже уже ничего. Знаете, позволяет. Ладно, давайте. Так, ну что ж, давайте снимем. Снимем Лёшу, да? Да, только Лёша. Только их очень стало. Да, всё снимите. Приготовили снимание. Камера не план. Начали. Ну, с Серёжей. Андрей говорит, что вы видели вчера Серёжу. Да, она была вчера. Да, и не только на репетиции. Но они уехали куда-то вчера. Когда это было? Вечером, поздно вечером. А вы не заметили в их поведении чего-нибудь необычного? Ну, как вам сказать? У нас... Кто? А как это так причесаться, как будто я купался в море, уже как будто я уже на юге. Приготовились к съемке. Как будто лето. Все было хорошо. Все? Можем? Да. Николай, чуть-чуть на полшоточку. Чуть-чуть. Внимание. Наташа, прячься. Кто ходит там в кадре? Все готовы? Камера. Начали. А вы не заметили в их поведении чего-нибудь необычного? Ну, как вам сказать? У нас Натенко иногда позволяет себе. Вот. Но в этот раз он как-то был особенно взвинчен. Я как раз вышла на балкон отдышать. Стоп! Отлично. Игорь, фото снимай. Да, в этот раз ты как снимаю раз... Я фото. Вспомнил. Игорь, ничего, я уже... В этот раз ты как раз... Там же такой вопрос проводный. Переозвучим. Нет. В этот раз... 11:36. Давай еще. Да нет, я не забил. Полезно, Марин. Лучше, хорошего.
Снимем. Вдвоем, ребята, в зеркале все опять. В зеркале нашем. Внимание, приготовились. Пошел. Татьяна Ой, Николаевич. Фото, да. Вы, а вот на последнюю, как бы, Леша реплику дали. Вы не заметили, что вы едете? Вдвоем. Правую ногу. Стояли рядом. Лешенька, на Лешу. Рабочий момент. А вы не заметили в их поведении ничего не поменялось? Нет, просто можно не говорить, отработать глазами, ничего не надо. Не говорить, ничего. Отработать глазами и все просто. Некоторые заинтересованы. Идет фотосъемка. Начали разговорчики. Вот именно, Леша. Марк, вы снимаете? Вы не заметили в их поведении ничего необычного? Хорошо. Есть? Еще было. Не буду ничего говорить. Сейчас не будет ничего строить. Сейчас смотрим на Лёшу. Просто спокойно взгляд на Лёшу. Спасибо. Есть. Так, здесь мы сняли, выключаем. Стоп, стоп, АД, 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 АД.